Дорогие друзья, срочная новость. Мой предыдущий видос с конкурсом разработчики снесли, скорее всего, из-за превьюшки. Но от этого конкурс не отменяется, он все еще в силе. Но вам обязательно надо посмотреть ролик еще раз, дабы точно все условия выполнить. И вам теперь надо оставлять комментарий под этим видосом, потому что там я выбрать победителей не смогу. Посмотрите внимательно, что надо сделать, чтобы получить бесплатно донат на Легу. И еще... очень важно, самым главным теперь условием конкурса будет подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, потому что туда я могу заливать все, что угодно, разработчики оттуда ничего не удалят. Пожалуйста, ссылка на телегу в описании, подпишитесь, дабы не пропустить ни итоги конкурса, ни конкурсы, ничего подобного. Ссылка в описании, обязательно на телеграм подпишитесь. Ну и пожалуйста, поставьте лайк, предыдущий ролик влетел в тренды, мне опять не везет с этим, опять его снесли. Надеюсь, вы этот видос тоже пульнете туда вверх. Давайте, ребят. Смотрите ролик обязательно до конца, приятного просмотра и удачи вам всем в конкурсе. Жесть. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас последний день марта и сегодня у нас уникальная возможность получить бесплатно легендарку. Каждый, кто по ту сторону экрана меня сейчас смотрит, у вас у всех есть возможность получить бесплатно донат на легендарку. Кто еще ни разу не выигрывал, смотрите ролик до конца. Сегодня офигенная возможность реально попытать удачу. Я подобное практиковал на холдикстриме и офигеть как зашло. Надеюсь, зайдет так и на основе. Ребята, у нас в магазине привет апрель. Мегабокс, ну это ладно. Самое главное, это Сакура Спайк и сам Спайк за 449 гемов. Также в акции дня еще мифический боец. Бесплатный ящик, гаджеты, хераджеты. Офигеть. Но... я это покупаю не себе, я покупаю это спонсору Mortis. У нас есть в ВКонтакте беседа «Спонсоры Mortis». Это на стриме, когда люди покупают спонсорку Mortis, они попадают в эту беседу. И я, когда очень классные акции, и когда я не доначу себе на проекты, я доначу им. Я могу задоначить и тебе. Я дам тебе 3 задания, если ты их выполнишь, ты можешь 3 раза выиграть в этом конкурсе. Это офигеть, я подобную тему делал на холдикстриме и... очень классно зашло. Я даже записывал ролик, когда я 3 одновременно задонатил. Если тебе интересно, я прямо сейчас задоначу. Ну а ты дальше выслушай условия, что надо сделать, чтобы тоже получить донат. Погнали, я задоначу здесь, а потом поговорим, как задонатить тебе. Понеслась. Итак, смотри, дружище, абсолютно бесплатно залетают гемы сюда. Абсолютно вообще на халяву. И мы сейчас можем купить и мифического бойца, и Спайка, а еще апрельскую обнову. Кстати, не обнову, а ящик. Кстати, по поводу обновы. Обнова будет скоро, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Короче, 3 задания бесплатно получить Легу. 3 способа на халяву. Эта акция только для тех, кто ни разу не выигрывал конкурс. Внимание, у вас 3 возможности получить 3 раза абсолютно бесплатно донат. 449 гемов, это 360 плюс 170, $30. Ты можешь $90 забрать. То есть, если 3 раза выиграешь. Первое задание, что надо сделать? Первое задание, первый способ, как получить Легу бесплатно. Поставить лайк и подписаться на канал. Но... очень важная информация. Если вдруг ты уже был ранее подписан, тебе надо однозначно хотя бы 1 или 2 друзей пригласить на мой канал. Скинуть ссылку своему другу и сказать: просто подпишись. Скинешь 2 друзьям, еще лучше. Если ты не был подписан и приведешь друзей, это еще лучше. Чем больше народу ты привлечешь на канал, тем лучше. Далее, когда ты пригласил друга и подписался сам, в комментариях пишешь: я пригласил того-то, того-то, там, я не знаю, можешь отметить их как-то и скинуть свой либо ВК, либо Инстаграм, либо Киви кошелек. Я тебе сразу отправлю деньги. Сегодня или завтра на стриме я выберу победителей. Приглашай побольше друзей, больше шансов будет выиграть. Подписался на канал, поставил лайк, победил в конкурсе. Второй способ. Второй способ, вам надо перейти по ссылке в описании на канал Эрика, кликнуть кнопочку подписаться, далее перейти на инстаграм Эрика, тоже подписаться, и в моем инстаграме будет пост, вот после этой фотографии, где вам надо будет оставить такой же комментарий: я подписался на Эрика, на канал, на инстаграм, и тоже оставляешь свой комментарий. Если хочешь сразу деньги на кошелек, пишешь Киви кошелек. И подписывайся, естественно, на инстаграм. И третий способ бесплатно получить Легу.
это надо перейти на мой Holdik Live канал, тоже подписаться и вот под этим видео оставить такой же комментарий. Я подписался, и тоже позвать друга, это будет еще лучше. Ну, это не обязательно, просто подписаться. Все, три способа, выбирай любой, какой тебе удобный. Можешь участвовать во всех способах. Чем больше участвуешь, тем больше шанс. Это отличная возможность выиграть тем, кто ни разу не выигрывал. Просто обалдеть, ребята. Ссылки все в описании, участвуйте, результаты сегодня или завтра на стриме. Скорее всего, завтра. Не пропусти. Лего бесплатно. Либо $30, либо $90. Где тебе повезет? А я пошел донатить. Рекламная пауза. Поехали. Ребята, если вы еще по каким-то причинам не играете в эту игру, ну там, допустим, телефон не тянет или не хватает мощности на ПК, у меня есть для вас отличный выход из этой ситуации. Облачный, или как еще принято называть, стриминговый гейминг, развивают многие гиганты IT-индустрии, в том числе и NVIDIA, которая решила их догнать и, более того, я вам скажу, даже всех перегнать. С недавних пор на территории России стал доступен сервис GFN, благодаря которому теперь любой может вырваться в топовые игры на ПК, не беспокоясь о приседающем FPS, настройке графики, апгрейде железа, багах и прочих проблемах. Правда, основные системные требования все же есть, это интернет-соединение. Но согласитесь, подключить хороший интернет намного проще и в разы дешевле, чем обновлять железо под каждую новую игру. Как это работает? Смотри, ты запускаешь игру на своем компьютере, сигналы управления передаются на этот сервис с помощью мышки, клавиатуры или геймпада. И сервер транслирует видео геймплея на ваш компьютер. Результат? Играете на любом ПК или ноутбуке и даже телефоне, независимо от их характеристик. На GFN уже доступны сотни игр, каждый найдет себе что-то по душе. В поддержку борьбы с коронавирусом ребята сделали свой сервис абсолютно бесплатным. Поэтому сидим дома, бережем своих родных и близких, переходим по ссылке в описании и играем. Итак, друзья, я купил акцию «Привет, апрель», давайте посмотрим, что в ней. Ну, во-первых, ну, здрасте, это что такое? Я уже думал, меня опрокинули. 80 гемасиков есть, далее 700 золота и далее мега ящик. На данном аккаунте нету двух легендарок и одного мифика. То есть, вы понимаете, мы сейчас выбьем и Легу, и мифика, и у него не будет только одной леги. Давайте посмотрим. Пустой, пустой сундук. Поэтому, ну, я вам сейчас покажу, смотрите. Видите, ничего нет абсолютно. То есть, ой, точнее, нету только вот этого. Кстати, друзья, давайте еще подарочный сундук откроем. Подобную акцию я делал на Holdik стриме. И когда вы пригласили друга или подругу, не знаю, кого угодно, мы подписали там, нам надо было лям добить, мы подписали там до конца дня 40 тысяч человек, 40 тысяч человек, это на Holdik стриме. Сколько мы можем сделать на основном канале? Я не знаю, чем, понимаете, чем больше вы пригласите друзей, тем больше мы сделаем взрыв. Если реально это хорошо зайдет, возможно, я сделаю еще дополнительные призы, дополнительно на стриме буду еще давать задания. Пока эта акция длится, в течение этой акции мы будем, вот чем больше будет участников, тем больше я разыграю этих акций. Пока что три способа, любой способ можешь применить. Ну что ж, я покупаю, нет, стоп, да, я покупаю Sakura Spike. Просто... Вот если хочешь так же на своем аккаунте, пригласи одного друга или подругу, или двух, или трех друзей, чем больше, тем лучше. Просто скинь ему ссылку на этот видос или на этот канал, на мой канал, и скажи, просто подпишись, друг, и все. Больше тебе ничего не требуется. Так, и покупаем еще мифического бойца, ребята. Пам! Это мистер Пи. Смотрите, получается, нету теперь... одного ворона, но у нас еще 249 гемов. Я предлагаю купить гаджет. Не, гаджет это как бы по желанию. Мы можем еще два ящичка открыть. Давайте откроем. Я мог бы сюда еще задонатить, чтобы было еще интереснее. Но надо же еще и вам задонатить, поэтому сохраним бюджет. Возможно, даже если много людей приведете, если мы перебьем рекорд, чем там 40 тысяч за день, если я возможно, еще добавлю каких-то... Ну, либо завтра ролик запишу, либо на стриме объявлю об этом. В общем, поехали. Опа! А, это же мы выбили... Стоп! Стоп! Мы выбили два бойца. Получается, третий новый? Чего? Чего? Да ладно! Да ладно, там чё, ворон? Я не... Нет, нет! А, ёпта! Блин, я думал, это вообще-то шесть! Я думал, там ворон...
Фух, я реально думал, там ворон. Короче, ты эти гемы сможешь либо потратить, либо ты... Мне проще, конечно, скинуть тебе приз деньгами. И это будет лучший вариант, который может быть. Поэтому ты можешь в комментарии под этим роликом сразу оставить киви свой кошелек. Я тебе сразу, как вчера на стриме, предыдущему победителю скинул сразу же деньги. 30 долларов, сколько там в рублях? Сейчас курс меняется постоянно. Ну, в общем, по курсу, который будет актуальным, я переведу 30 долларов победителю. Это тот, кто приведет хотя бы одного друга и сам подпишется на этот канал и оставит комментарий. Те, кто на Эрика подпишутся на Инстаграм, там это другой способ. И на лайв-канал это третий способ. Участвуй везде, шансы увеличивай в 3 раза. Просто, кто ни разу не выигрывал, для вас это офигенная возможность затащить в этом конкурсе. Отвечаю, я думаю, что это должно зайти. Так, эх ты, блин. Ну что, мы ему выбили 3 новых предмета. Да, я хочу на спайке поиграть, Смотрите, как мы его хорошенько так прокачали. Так, и давайте выберем спайка. И пойдем хотя бы одну катулю скатаем. Поехали. 5-й уровень спайк сходу. Я хоть и редко спонсором Морти назначен, но метко. Слушайте, у нас там всегда идет борьба. Я когда захожу в беседу, так, пацаны, у кого какая акция? У кого круче акция, типа, тому и покупаю. И там, у меня круче. Все думают, точнее, все хотят, во-первых, видос, во-вторых, донатик. Вот, но дополнительная возможность еще поучаствовать. Я думаю, что завтра мы подытожим, ребята. Завтра я сделаю итоги. Сегодня, наверное, просто стрим будет. Вы нажимаете на колокольчик, дабы не пропустить. Ребята, вот вчера, допустим, не пришло уведомление на стрим. И вот если не хочешь пропустить результаты, нажимай колокольчик, чтобы тебе пришло уведомление на трансляцию. Но стримы будут и сегодня, и завтра, поэтому приходите, я вас буду всех ждать. Смотрите, как разносим просто. Поторопись, акция закончится, будешь жалеть, если где-то не поучаствовал. Причем, опять же, 3 способа. И самая фишка в том, что один человек может выиграть 3 раза подряд. То есть, бывают такие конкурсы, где я не выдам приз одному и тому же человеку. То в этом конкурсе может выиграть один человек 3 раза. Ну, если ему повезет, конечно. То есть, 3 способа. Если он в 3 способах повезет ему, то я буду вынужден ему отдать приз втройне. То есть это получается по 400 гемов. Офигеть, это 1200 гемов ему должен задонить буду. Участвуй. Участвуй во всех 3 способах. Все ссылки в описании. Вот. Так. Ну что, берем последнюю банку, уничтожаем последнего перса. И, короче, побеждаем. Так. Так. Иди сюда, Эндрю. Хоп, хоп, хоп. Есть! Победа! В общем, такие, друзья, увидимся на стриме. Кто еще ни разу не выиграл в конкурсе, участвуйте. Это для вас такая тема. Ну, даже если выигрывали, для вас же тоже вы можете участвовать. И фишка в том, что даже если у вас спайк есть, вы можете просто написать киви кошелек и получить 30 долларов, задонатить, купить. Вот спраут выйдет совсем скоро. Ждите, новости про спраута будут, я думаю, скоро, обнова скоро будет. В общем, все скоро. Есть спайк, так нового персонажа получишь. Короче, я думаю, что 30 долларов и гемы никогда лишними не будут. Участвуйте, все для вас. На этом я прощаюсь, поздравляю мистера Мортиса, который затащил. И 3 победителей еще ждем. Вас тоже поздравлю, но чуть попозже. Всем удачи, участвуйте, все ссылки в описании. До новых встреч, скоро увидимся. Пока.